Всем здорово, народ, на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте РМРП «Криминальная Москва». Ссылка на проект в описании под роликом, обязательно переходите, регистрируйтесь, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. Но сегодня у нас с вами будут различные погоньки, различные проверки вот этой системы, которую у нас добавили на проект. Тут видите, вот полицейские стоят, тачка новая, Хавал стоит, блин, китайские тачки добавляются, это реально забавно выглядит. Видите, стоит камера, стоит полицейский, вы если превысите, получите на нее штраф, но это все вы уже видели в ролике с обновлением. Вообще забавная ситуация, короче, я сейчас записываю этот ролик до того, как буду записывать видос с обновлением, но выйдет он после видоса с обновлением. Короче, очень интересная система получается, но получается, мы сначала проверяем всю эту суету за гражданского, а потом посмотрим за полицейского. Вот, ну и все подробности по обновлению тоже будут там, поэтому здесь мы просто покатаемся, поприкалываемся, может даже погонь какую-то устроим. Я недавно уже пытался отснять видос, я там начал уже даже Battle Pass проходить, но видос тот не выйдет, короче, там были определенные проблемы и все, все похерилось. Получается, боевой пропуск новый, до 101 уровня прокачался, взял все кейсы, посмотрел, что там по вообще есть. Значит, очень много кейсов с аксессуарами, кейс с припасами, кейс с перчатками, кейс патриот какой-то и кейсы с тачками там были, мы их там, я их там на том видосе уже подкрывал, поэтому у меня их уже нет, ну, в принципе, ни одной тачки мне не выпало. Также у нас карта обновилась, вот, вот тут добавилось, насколько я понял, из того момента, когда я это снимал, вот, вот здесь добавился райончик вот этот, да? Ну, короче, напишите в комментариях, по-моему, потому что его раньше не было. Я просто туда поехал покатался, охренел. Возможно, я туплю и на самом деле ничего не добавилось. Что это такое? Женщина, вы что? Хотите погоню? Я хочу. Что, погоняемся? Ну, давай. Ну, ну заплачь. Ну, заплачь. Ну? Не хочет. Ладно. Как вообще на РМРП полицию спровоцировать на погоню? Я не знаю. А, еще я заметил, что вот здесь теперь у нас титановый просто заборчик в зеленой зоне. Везде он обычно ломается, а тут нет. Вообще, РМРП меня прям вот приятно удивляет. Онлайн под 400 человек. Вечером закажу под 350. То есть, ну, на проекте прям действительно растет онлайн. Когда я только начинал, был 100-150. Вот так, да, 200 максимум где-то поднимался. А сейчас уже действительно виднеется прогресс. И это очень круто, потому что, ну, проект развивается, не стоит на месте. И это все окупается тем, что аудитория на него приходит. Так что, да, ребятушки, РМРП потихонечку, но двигается в верном направлении. Что главное, не стоит на месте. Ну а я, блин, я не знаю, как кого-нибудь спровоцировать на погоню. Я хочу, не получается. Я по встречке ехал. Да ладно. Ну, время пришло. Я опять, кстати, ночью погоню устраиваю, ребята, потому что я опять зашел на РМРП и опять ночь. И опять ночь. Я не знаю, но я не понимаю, как. Вот вы все прошлые видосы, которые видели днем по РМРП, знаете. Я зашел ночью и просто сидел и ждал, пока наступит день. А сейчас опять ночь. Я узнал некоторую информацию, кстати, пока у нас погоня идет. Я постараюсь от них уйти. То есть у меня нет такой цели, чтобы сейчас с ними просто... Хотя, они такие медленные. Там Хавал, кстати, едет. Так вот. Что я хотел сказать? По поводу штрафов узнал информацию. Оказывается, что штраф... Нетарный спецманевр. Оказывается, что штрафы, если вы не оплачиваете их первый день, то потом они автоматически спишутся с вас и спишутся в полной сумме. А если первый день сами оплатите, то на 50% дешевле. Короче, прикольная тема. Слушайте, мы можем над ними прям вот так же, как я обычно издеваюсь, поиздеваться. Ой, я не хотел так делать. Я хотел в кустиках спрятаться. Что-то гелик на бордюрчик заехать не может, смог. К обочине, говорит, прижимаемся. Не, ну Хавал вообще не едет. Знаете, что жалко, что этот Хавал только для полицейских. Я бы хотел себе купить Хавал здесь. Блин, это так прикольно, что они добавляют китайские машинки. Еще Джили надо добавить. Едут, летят сзади меня прям, смотрите. Где у нас тут еще мемное место есть? Вот тут, по-моему. Да-да-да-да-да-да-да, вот это. Спасибо. Не тарна спецманевр. К обочине прижимаемся. Не хочу. Не хочу. А ну-ка. Секунду. Вот здесь есть очень хорошее место. Вот так выезжаем. И в столб въезжаем. Подожди. Во-во-во-во-во. Я проехал, все. Что делать будете? Выходит. Ой, ой-ой-ой. 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 Нет. Подожди, не получилось.
Не получилось, там мемное место есть, но, во-первых, еще не получилось, потому что второй додумался меня объехать. Броневик, осторожно, броневик. Что? Камера почему-то вниз смотрела. А я сейчас от них, походу, уйду. Ну-ка. Просто банально вправо поворачиваем. Где-нибудь в кусты сейчас заныкаюсь и все. А вон хавал. Блять, фар надо было выключить. Ха-ха-ха, потеряли! Потеряли. Смотрите, катаются, ищут. Ладно, нет, это слишком быстро было. Давайте найдусь. Давайте найдусь. Вон он едет, это же он. Блин, а вдруг это другая Шкода, и она за мной не поедет. Это, походу, другая Шкода, да? Ой. Нет, это та! Или он за мной поехал, потому что я в него врезался. А вот и хавал. Пацаны, что-то вы как-то очень легко я от вас спрятался. Ну-ка, очнитесь чуть-чуть. Чуть-чуть надо... О-о-о, все столбы собрал. Как темно, ребята, я не знаю. Я хз, просто вот... Вот я не люблю ночь. Вот ни в одной игре не любил ночь. Вот, которая именно связана с МТА, там, да, с сампами. Все, что связано с GTA Online, я не любил никогда ночи. Вот РМРП не исключение. Мне не нравится ночью играть. Ну, что я могу поделать? Я не знаю, я захожу и всегда ночь. Сколько еще времени до утра? Ну, еще куча времени. Я тут еще все здесь успею сделать, пока утро наступит. Так что, впереди камера на 90 километров. Что произошло? Активация Windows? Чего? Это когда появилось? Что за пролаг был? Вы видели, у меня все залагало? Это из-за активации Windows? А ты что появилось, когда запись пошла? Ты дурак? Короче, ладно, ребят, уже этот видос я, наверное, досниму с этой активацией, потому что... Извините, конечно, что она так резко появилась. А потом уже куплю лицензионную винду. Это сейчас что было такое? У него колесо отвалилось, чё? У него колесо от ДТП отвалилось. Подожди. Там мент сквозь текстуры провалился. Спасибо. Еще УАЗик за нами едет. Колесо от ДТП отвалилось. А как? Серьезно? Блин, сколько штрафов мы получим, интересно, если я так буду долго уезжать от них. Здесь чуть-чуть по встречке проедем. Блин, здесь просто, здесь затопило все в Москва-Сити, посмотрите, все в воде. Все в воде, буквально. На нахер, чтобы не втыкал. Но если что, я, наверное, чуть-чуть осветлю видос на этом. Про уже ливень идет, ну-ка, от первого лица. Вообще нихуя не видно. Где-то здесь должен быть поворот. Ага. Понял, я, по-моему, вообще в кусты куда-то заехал. Не в те. Явно не в те. УАЗик. Тигр. 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 Тихо. Тихо. Тигр, тихо. Тигр, тихо. Там в моменте... Блин. Что-то я... Чуть-чуть плохо, по-моему, езжу. Нет такого ощущения? Куда Шкода делась? Только что же ехала за мной. Еще ливень, дорога скользкая, не очень удобно. У меня прям максимально экстремальные условия. Меня забавляет, что вот эти все полицейские, которые здесь есть, они видят, что за мной погоня, но они не помогают своим коллегам. Он его просто туда втоптал сейчас, этот Rolls-Royce. Угу, Шкода. Точнее, Porsche. Выезжаем, 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 выезжаем. Ага, это Порша не было. Порша не было. Он в дом ехал. А, так Порш ливень же идет. Ему же сейчас вообще не кайф ездить. Я прекрасно помню, что такое. Блин, хавал, не тарана спецманевр. Меня просто съедают. Ой, им тут приехал Ролсик помогать. Я чуть-чуть вот тут проеду. Вы же не против, я думаю. Тем более, что вы так жестко меня прям пихаете. Активация Windows висит. Ой. Да харе! Как-то вообще все не на моей стороне. Прям все не на моей стороне. Вот, кстати, новые локации, да, по-моему, тут где-то должны быть. Налево. Что-то хавал прям жестит, по-моему. Нет такого ощущения, ребята? У меня настроение чуть-чуть опускается с каждым тараном, который происходит, потому что у меня ощущение, что мне вот тут тачка поломается. Ну, осторожно. Ай, все хорошо, все хорошо, все, живем.
Короче, надо следить за тем, чтобы... Вот Хавал, он режет неплохо. Он прям срезает. О, новая тачка для медиков. Посмотрите, что он творит. Он прям меня не щитит вообще ни разу. Я еще и оторваться от них не могу. Так, ну окей, от Хавала-то я оторвусь. Что с вот этим делать? Догоняет. Просто прямо еду. Ага. Ага. Ну это, в смысле, Форсаж 15 снимали, только что... Хавал разложился. А у Хавала так не получилось. Блин, так прикольно даже вот произносить Хавал в погоне, это уже забавно как-то получается. Летим, летим, летим. Не торна спецманевр. Я не хотел сюда поворачивать, я хотел повернуть направо, но Хавал решил, что мне... Подождите. Секунду. Ага. 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 Ты чё? Почему он по кустам поехал? Ты чё? Так нечестно. Он что-то остановился, взял по кустам. Да хоре меня взад пихать, ну ёлки-палки. Я не могу уже, это какой-то бред. Порш. Порш. Ну, Порш очень легкий, ему меня вообще не кайф, я думаю, таранить. На! Он его въехать пытался, но не получилось. Я предлагаю просто сейчас уйти. Мне кажется, это сейчас самый лучший вариант будет для меня. Третью попытку дать им? Третью дать. Ну, надо третью, да? Такой денег теперь найти надо для третьей попытки. Ага. Я стоял, ждал, просто назад смотрел, думал, они с той стороны приедут, он отсюда приехал. А вот так-то тебе когда-нибудь делали? Идеально, ну почти идеально, ладно, но он не прям четко надо мной пролетел, но было красиво. Человек, нет, чуть не сбил еще одного. Вот это сейчас плохо было. А хотя он тоже разложился, поэтому все не так уж и плохо. Почему он... Где он? Стоп, что? У меня что, какая-то петля, он теперь постоянно будет в этот дом врезаться? Так, здесь направо. Вот это неприятный инцидент произошел. А вот это вообще капец, какой неприятный инцидент. Проедь, пожалуйста. Давай, как же там тоненько было. Как же тоненько было. Узенько, очень узенько. Подожди, я проехал. Я проехал. Очень узенько было. И Майя с Паршом только что разминулся. Жесть, как я сюда поместился? Так. А, или вон он. Вон он, да, скорее всего. И вот он. Ах! Ага, не получилось. Что у него постоянно машина целая? Хавал! Приехал! Ну же! Все, вот, вы вдвоем, вы вдвоем! Я тоже так, видишь, могу спецманевры применять. Так же, как и ты. Угу. Неприятная ситуация. Как на трамплине меня еще раз. Да. Мне еще пишут постоянно, вы подозреваетесь в ДБ. А ну вот так стану, как будто я тут и стоял. Нет, ладно. Это они не... Это все-таки не боты. А как он стреляет, что из машины? Нет. Нет, а как он стреляет? Нет, не стреляй. А все, машину втоталили. Выходим на стресс, А, понял. Вышел. Выходим. Выходим, как ты с транспортного средства, понял. Я первого убил. Подожди, так они же не могли никогда из машины стрелять. Я ж на это и рассчитывал, как он из машины стрелял. А, он взял тиммейта. Вот вы и попались, гражданинчик. Гражданинчик. Короче, ребята, я сейчас постараюсь с ними договориться, а на этом я, пожалуй, видос закончу. Всем огромное спасибо за просмотр, всем до встречи, всем удачи, всем пока. Пока.